Привет-привет, мои любимые, мои хорошие. Сегодня у нас 8 марта. Милые девушки, женщины, поздравляю вас с 8 марта. Оставайтесь всегда такими прекрасными, добрыми, нежными, красивыми. Пускай вас окружает всегда только все прекрасное. Все плохое пускай обходит вас стороной. Улыбок, дарите улыбки мужчинам, чтобы возле вас всегда были достойные мужчины, достойные отцы ваших детей. Ну, всего-всего-всего вам хорошего. Весны, цветов, хорошего настроения, здоровья, счастья ваше дома, благополучия, достатка. И радуйте дальше своих мужчин своей красотой, добротой и улыбкой. С праздником, мои хорошие, с праздником, мои любимые. Я тоже сегодня с утра поздравила дочку, подружек, всем поотсылала, родным всем поотсылала. Меня начали там звонить. Ну, знаете, как, девчонки, жарко мне, как всегда. Собираюсь ходить сейчас в магазин, ну, немножечко скупиться, то на салатик, то муж звонит, знаете, говорит такой: я тебе денег оставил. Говорю: так неинтересно. Он и дочке переслал. Дочь, ну, типа, сама себе купит. Говорю: так неинтересно. Ну, а что ты делаешь вечером? Говорю: ой, так занято, что не знаю, где себя деть. Не знаю, может, где-то выйдем, прогуляемся. Сейчас хочу сходить скупиться немножко. Если не будет тревоги, то схожу, скуплюсь. Так что встала, собралась. Думаю, сейчас запишу видео и пойду в магазин схожу. У нас сегодня с утра. Девочки, вчера такой день был чудесный, просто. Просто я вышла, солнышко, тепло. Я даже с Басей, когда ходила вечером гулять, у меня есть костюм теплый, я вам показывала, черный. Я одевала без рукава, я куртку не одевала, мне было комфортно. Здесь намного теплее, например, чем у нас в Сумах. Поэтому я даже не одевала куртку. Но, может быть, ее выстирать или не стоит пока спешить, потому что, знаете, как погода. Еще и в апреле может и снег, и мороз. Погода вообще непредсказуемая. Сегодня утром встаю, вчера такой день, говорю, прекрасно. Сегодня просыпаюсь от того, что дождь проливной барабанит по откосам. Боже, такой дождь. Мы сейчас вроде бы все, знаете, вот когда, знаете, всегда говорю, за что люблю весну. Осень постоянно, знаете, люблю, когда сухая осень. Листья, знаете, все это меняется, желто-красно-зеленый, мне это нравится. А когда солнышко, когда, знаете, вот так вот, а когда вот это все время идет дождь, пасмурно, сыро, противно, вот это вот не люблю. А весну люблю за то, что вот прошел дождь, муж говорит, звонил мне только что, говорит, я вышел на улицу, говорит, иди уже в магазин, там уже тепло, солнышко, и ветерок выведел уже, говорит, уже почти сухо на улице. Вот за что люблю, что вышло солнышко, ветерок, все высушило, красиво, скоро травка зазеленеет, деревья, вот это вот люблю. Ой, девочки, кино и немцы. Смотрю сегодня Нину. Знаете, как очередное оправдание. Ой, девочки, вот если вам не дарят подарок, это нормально. Но это Ниночка, как всегда, себя уговаривает. Нинулечка, зайчик, ты себя уговариваешь, да? Это значит, все деньги, как мне Вовка отдал, мужчина типа вам отдал. Ниночка, как я стесняюсь просить, деньги тебе Вовка отдают. Я чуть не понимаю, безработный, какие может отдавать тебе деньги? Ой, вот карточка у нас оформлена на двоих. Мы имеем доступ к счету вдвоем. Но только Вовка не имеет права без тебя, извините меня, и пукнуть. Сегодня видео, девочки, я не знаю, но я бы даже, ну, она прекрасно понимает, ну как, вот понимает, что напишут, что осудят, но не может она себя сдержать. Когда он хотел взять бутерброд, орешек или бутерброд с рыбой, она просто убрала тарелки. Нельзя. А как она вырвала, ну не вырвала, как она посмотрела на него, когда он взял рулетик. Девочки, это настолько, я не знаю. Вовка, знаю, что смотрит. Неужели ты себя настолько не уважаешь? Господи. Да я бы ее так бы накормила тем рулетом. Боже, заглядывает в рот. Ну я не знаю, ну вы же, ну ты его...
ты его принимаешь, да, ты говоришь, что ты его любишь, ты его принимаешь таким, как он есть, да, с его со всеми недостатками. Кстати, Вовочка, солнышко, это тебе нужно с 8 марта поздравлять. С 8 марта, зайчик мой, с 8 марта. Не только у вас мужик, а ты девочка. С 8 марта, зайка моя. И понимаете, настолько вот не уважать себя, ворвать тут. Ну, не, я не знаю, вот если бы мне вот так вот сказали, мне бы, не знаю, мне бы кусок вот тут бы встал бы. Я бы просто тарелкой накормила ее, встала и ушла. Как ты себя не уважаешь? Я понять не могу. Как можно позволять себе так, себя так унижать? Я не знаю. Я понимаю, если ты уже настолько, у тебя нету ни рук, ни ног, ты инвалид, но ты просто, ты не можешь встать и уйти. Ты не можешь сам себя обеспечить, понимаешь? Поэтому ты вынужден терпеть. В этом бы случае я бы еще тебя поняла. Но в данном случае, когда ты, извините меня, с руками, с ногами, да пускай какие-то есть там проблемы по здоровью, ты можешь найти работу и работать. Ты так унижаешься перед ней, я просто для меня вот это вот... Нина, боже, да дай ему наесться хотя бы раз в жизни. Понимаешь, почему он тебя тянет? Он не любит ни тех морей, ни тех... Ему не надо там никакие... Он all inclusive, вот это вот. Что ты его там... И тот ты его упрекаешь и кусаешь. Даже вот вы были в Египет, его все время кусь. Вон сколько ты жрешь, ты набрал, ты жрешь. Господи, там бери сколько хочешь, ну, и то ты не можешь, чтобы его не укусить, понимаешь? Поэтому он туда рвется, поэтому он хочет на тот отдых, потому что он там может без меры покушать. Ну, хотя бы ну, не так, как ты не вырвешь у него этот кусок, он пойдет еще возьмет. Просто понимаете, вот так вот сегодня она, и помидор ты мой съел, господи. Потом убрала тот сыр с орешками, убрала, хотя сама девочки, я думаю, все заметили, пока она набыл стол, боже, как плямкала, Ниночка. Знаешь, я вот это вот как смотрела сегодняшнее видео, ну чавканье, правда, за гранью, просто, девочки, такое солнышко, сейчас пойду в магазин. Чавканье за гранью, ну правда за гранью. Я не знаю, свиньи в свинарнике так не чавкают. Чавканье за гранью. И понимаете, вот это вот без конца и края, с пола все поподметало. Нина, зачем вы говорю, что запускаете? Язык высолопила и пошла по всем комнатам. Вам говорюша не нужна. Ты вместо говрюши вылежишь весь пол, все полы перемоешь. Пускай Волга идет, что-нибудь раскидывает, знаешь, спереди. А ты все полы языком вымоешь. Просто девочки, вот это вот, ой, господи, я не знаю. Ну, это чистюля, которая тапки моет в мойку на кухне, которая пришла с улицы обувь прямо в ванную обмывает. Это чистюля. Это, конечно же, признак чистюля. Тазик, которым, извините меня, полы мыли в, скажите мне, в общем тамбуре. Потом воду спускали, унитазы им мыли. Салат мы туда стругаем. И клей мы в нем разводим. Ну, тазик универсальный. Просто понимаете? Я думаю, все-таки, Ниночка, это все идет от семьи, я не знаю. Вот у меня, знаете, вот я очень не люблю ходить в туалет в общественных местах. Ну вот брезгую, хоть вы меня убей. Я буду терпеть, если можно, до последнего. Я буду, ну только мне ходить, ну сходить дома, сходить где-то лучше, знаете, как едем на машине где-то под кустик, но только не в общественном месте. Ну вот брезгую и все, понимаете. Здесь же я вообще никакой брезгливости, господи. Вы когда с улицы приходите, интересно, руки моете? Мне вот просто интересно. Вот я, знаете, вот приношу покупки. Это не только, знаете, как-то это, ой, я с короной стала мыть. Я вот все время. То, что можно там бутылка с водой, да, там с молоком, какой-то пакет с молоком, как, с каким-то кефиром, кетчуп там, соусы, все, что можно помыть. Потому что оно стояло на прилавке, оно, знаете, как кто-то чихнул, кто-то там где-то пыль уже на него села. Я все прихожу, я такой вот все в мойку сразу выставляю.
перемыла с моющим, вытерла и поставила в холодильник. Ну вот, потому что, вот понимаете, вот тот самый пакет с молоком или с кефиром, ты будешь его брать руками, да, ну не знаю, вот я мою. Мне, знаете, вот какой-то вот, не знаю, ну всякий, видите, вот, ну, почему еще мой? Вот видите, как Нина, она когда зайдет, а нету сока, все лап-лап-лап-лап-лап, фу-фу-фу, ну вот противно, поэтому я перемываю. Нина же, господи, я когда она сегодня у него воровала вот это вот все, я вот, я зарабатываю, оправдываю это, вот он мне подарил, значит, вот если не дарит, то это нормально, деньги все у меня, значит, он мне все отдал, а если вам подарили, значит, вам все не отдают. Нина, боже, боже, успокаивай себя, солнышко, понимаешь, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, что бы ты еще придумала, дорогая моя? А вот представь, да, вот муж ездит на машине на работу, ему нужно заправиться, да. Возможно, что-то, ну, какая-то там даже мелкая какая-то поломка, еще что-то. Может, даже где-то какой-то хот-дог съесть, да, там перекус какой-то. Еще, то есть, ну, у меня, например, не курит. У кого-то, знаете, муж курит, да, там какие-то сигареты купить. Просто, знаете, такое вот понятие. Я вот у него все забрал. Да он без тебя чихнуть боится. Он приходит, когда ты его одного отпускаешь раз в пятилетку, и ты его обнюхиваешь. Боже, он нюхал кофе, пил без тебя. У меня такая вот дикость. Вот, я даже, знаете, вот не представляю, придет муж, я буду его вынюхивать. А что ты ел? А, ты хот-дог? А, ты пил кофе без меня? Господи, я не знаю. Но это идет, наверное, все-таки все из семьи, мне кажется. У них в семье она или не доедала, или ей не додавали, или у нее вырывали, или, понимаете, я понять не могу. У тебя мама с папой вырывали сорта, или я не могу понять. Ты же рассказывала, что ты голубых кровей. У вас все время была икра, тебя закормили икра. Но это, ну, не похоже на это. То, как ты вырываешь у Вовки изо рта, то, как у тебя постоянно какой там у тебя глаз правый, он уже у тебя косил, он у тебя в тарелке у Вовки. Понимаешь? Он уже тебе, он у тебя, вот именно право, он тебе не вылазит из Вовкиной тарелки. Знаете, такая сидит сегодня. Давай я тебе чайку подолю, водички. Ниночка, да зачем водичку переводить на Вову? Пускай выйдет и говорила, снег пошел, снега поест. Желудок набьет и хорошо. Я не знаю, родные Вовкины, вы тоже чудные или какие, ну, все равно девочки. Вот они же смотрят, они же это видят. Вам начхать на него? Ну, я понимаю, вот я вам рассказываю со своей колокольни, если бы у меня так, ну, вот брата, да, сестру вот так вот, чтобы я видела, ну, мне бы было обидно и больно за своего родного. Пускай там, знаете, как-то, ну, намекнуть, я не говорю там ругаться, но сказать, там, Нин, ну, нельзя же так, ну, ты же сама там его с работы уволила, теперь он не работает, и ты ему попрекаешь, он тоже снимается. У тебя все названия под Вовку, хотя они не соответствуют, все названия под того Вовку. Вот ты так рассказываешь все время, ну я не знаю, что он не зарабатывает, но он же снимается вместе с тобой, ты же на нем зарабатываешь. Вот мне кажется, убери Вовку с кадра, Нина, ты не будешь вообще, ты и так, твое вот это вот пение, зевание, вот это бегание без лифчика, это что-то с чем-то. Открой тут холодильник, радость, одна радость, боже, холодильник. Ой, посмотрите, у меня холодильничка, теперь, знаешь, я открою страшную тайну с всех холодильники. И, как видишь, с голоду мы не пухнем. Я, наверное, с голодухи опухаю. Знаете, мне не так смешно, не так, она как-то так написала, интересно. Ты завидуешь, что Ниноч имеет поесть. А, так ты этому завидуешь. Милая женщина, скажите, пожалуйста, а я, похоже, пухну еще от голода. Я бы хотела, знаете, как похудеть от голода. Ну как, чтобы стать, ну блин, ну не такой. Ну, писать такую, блин, ахинею я не знаю. Вы завидуете, Ниночки. Завидую, ночами, блин, не сплю. Ну, или это, походу, пишет Ниночка с других своих аккаунтов. Девочки, бойлер, я за бойлер, я вообще, я в ауте. Как оказывается, они за несколько лет, когда тен, который можно вытянуть, почистить бойлер, тен прокипятить с кислотой, с
лимонной кислотой, назад поставить, и хороший бойлер, рабочий, они из-за того, что оно полностью уже истончился, и тен, они выкидывают целый бойлер. И стоит радуется, мужчине за 2000, Ниночка, я тебя расстрою, дорогая. Мужчина выиграл, купил у тебя практически хороший бойлер. Он заменит тен и продаст его дороже, чем купил у тебя. А ты дура, купила новый бойлер. Там была поломка незначительная, заменить тен. А ты, дура, купила новый бойлер. Нормальные люди меняют просто тен. Чистят бойлер и меняют тен. И все. И тен дальше работает, и бойлер дальше работает. А она бегает, такая, я тогда посмотрела, девочки, я все забыла. Смотрю, думаю, господи, ну, человек-идиот и радуется этому. Ну, честно, бегает, радуется. Думаю, чему рад? Потому что тебя идиотку взули. Ты этому радуешься. Мужик молодец, мужик заработает на тебе. А ты дура. Бегает, радуется, ей 2000 дали за бойлер. Катастрофа. Мужик, а я, он тебе написал, что еще что-то нашел. Ты ему деньги не вернул. Он вообще, боже, понимаете. Он, наверное, знаете, дома переварил вот это все. Посмотрел его, думаю, боже, может, у них еще что-то есть такое. Купить у дураков. Ну, не, ну, подушки, говорит, я подушки выставила на продажу. Ну, да, потные, вонючие подушки. Я даже не знаю, бомжи, наверное, купят за твоего Вовки. Так что, да, оправдывай, солнышко, оправдывай своего Вовчика. Ты его здесь обсираешь, здесь надо как-то оправдать, конечно. А что же он тебе подарит? Что же подарит, если у него, знаете как у латыша? И душа, больше ничего. Он что он тебе подарит? Любви там нет, не было. И со самим, что она и была. Знаете, как приняли, зубы сделали. Как там девочки писали? Зубы сделали ему, кредиты погасили. Кормят, на моря возят. Вот он и живет. А физически ты его никак не привлекаешь. Это видно и заметно. И подарки таким, как ты, дарить не хочется. Я думаю, ему... Еще сегодня утром, как ты ему ту еду зажимала. Знаете как? Тоже бывают такие вот терпят. А потом, знаете как, может быть еще что-то и быть. Потому что когда падает таких вот, знаете, внешне вроде бы спокойных и последняя капля, взрыв может быть очень и очень. Так что я бы, Нина, даже на твоем месте вот так вот бы не издевалась. Знаешь, когда-то как рванет Вовку... Будешь или синяя, или зелено-фиолетовая. Ну, что-то там будет. Потому что, ну, хотя, конечно, ты его весом задавишь. Нининка, ты весом задавишь. Ты своим весом задавишь, Нинок. Мы же покрупнее Вовки, так что ты весом задавишь. Ты сядешь на него, он уже не вырвется. Ну, везем, мои любимые, мои хорошие. С праздник вам, вас еще раз. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Пускай ваши мужчины сегодня вас порадуют подарочками, вниманием. Все, пока-пока, мои любимые.